Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Ванам Манохарам Ванша калпатарваша кипасинду бхавача Патитанам павани бхавишнабибхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум лам хетгирим Ят кипатам ханг банди парамананда мадвам Бриндавай тулсидибхай пиявай кешавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девим Сарасватим Вясам Тато Джайо Мудирай Шанкиртане Кришна Катха Упадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сиба Виринчинутам Сараньям Петатихам Пранутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Камапивабхупабхупабхупабхудушвадарши Пурнанурагра Сасагра Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Карос Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита Фуджау Канака Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Ашатакшо Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палау Панде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппена саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибушита бам бхагам Нараяно прияманго мада апхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша Джушша Вадани Лакшмир Джушша Чабакшаши Джасьясте Хиде Самбир Твам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Ят Сакта Явадатам Бадинам Бай
Vibhada Sangvad Bhubo Bhavanti Kurvanti Chaisham Muhuratpamoham Tasmainam Ananta Gunaya Bhumni Yat Saktaya Vadatam Badinam Vai Vibhada Sangvad Bhubo Bhavanti Kurvanti Chaisham Muhuratpamoham Tasmai Namo Ananta Gunaya Bhumne Gaudiya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagat Guru said that what we want and what we don't want, there should be one final settlement of this factor. Otherwise you cannot start your Hari Bhajan. Gaudiya Goshtipati, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что вы хотите и что не хотите. Нужно определиться, иначе не сможете начать Хари Бхаджан. Если постоянно будете путаться со своими целями, нужно определиться, что нужно нам, а что нет. И вот мы должны определиться, что нам нужно, что не нужно, и куда двигаться, иначе будем в запутанности. На самом деле нет никого в этом материальном творении. Кто лишен ложного эго, кроме чистых гуру Вайшнав, мы не можем найти ни единого человека в этом творении, кто вышел бы из влияния ложного эго. Ложное эго у всех в какой-то степени есть. Но есть два вида эго, позитивное и негативное. Если у вас есть позитивное эго, это очень хорошо, поскольку позитивное эго, вы можете понять, осознать то, что вы слуга Кришны. И да, другое эго – это ложное, на основе которого люди хотят что-то сделать, и ну, так. И с помощью этого Анантадева. Анантадев. Бесконечные качества в нем, бесконечная сила, все. И с помощью этого Анантадева, все, что мы делаем, все, что я делаю, то, что кто-то делает, все, все дживы, все происходит по его силе, по его воле. По силе Анантадева, благодаря Анантадеву мы действуем, пытаемся что-то делать. Эти риши-муни иногда они отличны друг от друга по каким-то вопросам. Иногда пандиты не соглашаются по поводу каких-то моментов. И вот если мы не совершаем баджан, то теряем время зря. И вот пандиты бывают спорят друг с другом, чтобы утвердить свою сиддханту. Ят сактая вадатам вадинам вай
Один царь пришел завоевывать другую страну. By the magic spell of Maya, of that Anantari, Bhagavad Maya, nobody can say that I am out of Maya. Никто не может сказать, что он вышел из-под влияния Майи, только те, кто предались полностью лотосным стопам Гурудева Анантадеву, изначально Гурутатва, они могут сказать. И все, что вы видите вокруг, Вишварупа, вселенская форма. Или то, что не можете видеть, все бесчисленные браманды, даже в трансцендентном мире, все, что мы можем видеть, все это проявление Анантадева. Даже Вайкунтха, Галока, все это проявление Анантадева. Наша Гуру Варга, Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур пишет, если вы думаете, что ваши родственники, Сивас Пандит, yes, family member. They are Шандини Шакти Прокутита Ниёжан. Шандини Шакти. Эти родственники, члены семьи Сивас Пандита и остальные, это Шандит Шакти. Ладини Шакти. Есть Кладини Шакти, Сандвини Шакти, Санвид Шакти. Все они существуют в том трансцендентном мире, не здесь. Ладини Шакти, they are originally, and the shadow of that Ладини Шакти reflected here, due to that we are expressing love affair between each other. We are enjoying all this enjoyment mood. Somehow we are getting enjoyment, no? Or somehow we are getting enjoyment. Nice food, nice wine, McDonald's. Все наслаждение, которое мы получаем здесь, все оно прямо или косвенно, оно происходит из Ладини Шакти, из Баладева. Все это по воле Баладева происходит и по его. Благодаря ему и благодаря этой Ладини Шакти мы чувствуем вдохновение жить дальше. They are getting enjoyment according to their own way, not like you. They are getting enjoyment. That is why
Все хотят жить. Даже комары. Никто не хочет умирать. Почему? Потому что хотят наслаждаться. If somebody is speaking Maharaj, I know somebody. Follow. Somebody can chase me. Somebody can fight with me. Maharaj, I know. You say everybody like him. I know somebody wanted to commit suicide. He already committed suicide. I said, man, come on. You try to find out the reason for why he committed suicide. Follow what I said. Somebody committed suicide for some reason. Somebody speaking, Maharaj, he never wanted to live. That's why he committed suicide. You say everybody like him. Yes. И вот даже люди, которые хотят совершить самоубийство, они все равно хотят жить. Просто есть какая-то причина. Надо выяснить эту причину. И обычно это от того, что хотят чем-то наслаждаться, не могут этого обрести и от отчаяния пытаются самоубийство совершать. А по сути причина этого самоубийства – стремление к наслаждению. Я знаю, вот одна женщина, два брата хотели жениться на ней, ну, по индийским этим традициям. Один только, хотя у Драупади пять было мужей. Ну, в общем, этот один брат старше женился, а младший самоубийство совершил. Хотя, что интересно, если бы старший брат умер, то жена бы по наследству к младшему перешла. Тоже индийская традиция. И вот много сумасшедших людей, кто-то стремится к деньгам, женщинам, еще к чему-то. И вот в этом материальном мире сложно найти чистую любовь. Она чем-то осквернена какими-то другими вещами. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что любовь между Нилом и Дамаянти, Лилой и Маджну, между Рамой и Джульеттой, может быть принято как в материальном мире, как пример идеальной любви, но все же они нечистые. Поскольку какое-то осквернение там, даже если мы будем пытаться понять, то не факт, что поймем. Практически вы должны дойти до этого.
Это вопрос прямого осознания. Можно изучать какую-то философию, объяснение, но это не всегда даст нам понять. И вот Халадини Шакти и Самвид Шакти, они там с помощью Сандини Шакти, каждый участник духовного мира открывает какую-то связь с другом, как Хануман. Он считает себя слугой Рамачандры. Вишвакарма, его инженерное мышление, то, что он строит, это все благодаря Халадини Шакти, вся наука, философия, все знания в этом материальном мире. И в трансцендентном все это исходит из Самвид Шакти. С помощью Самвид Шакти я могу понять, что вот он мой отец, моя жена, мать. И если нет связи, мы можем потерять нашу связь. И суть в том, что если... Почему люди живут семейной жизнью? Поскольку есть какая-то невидимая связь. Я знаю человека, на работу ездит за 200 километров. Куда-то работать едет. Когда он с утра выходит на работу, дети спят, приходят, дети уже спят. Домой ночевать приходит, не знаю, почему в такую даль. В банке работает, мог бы там около банка и ночевать. Зачем ему столько сложностей в своей жизни, потому что любит свою жену, детей, поэтому каждый день приезжает к ним. Махарадж очень аскетичен, все свои книги он писал сам, печатал сам, даже носил сам. Ну, в Индии, да, это разделение труда принято, поэтому где у нас там один человек, в Индии 20 будут этим заниматься. Вот Махарадж, он так, для Индии удивительно, делал все сам, даже книги носил. Ну, кто-то помогал, но все равно это все, это вся эта организаторская работа, на нем все было. И таким образом... Without ticket. I think you cannot imagine. You cannot imagine whatever speculation you come that I done. How? Not by the inspiration of some demon. И как это я все делал по вдохновению Анантадева? Я не знаю, какая-то радость была внутри меня. Follow. I'm taking books, everything.
И вот однажды ехали в Дургапур на Харикатху, я привез с собой книги, они там эти автобусы до Дургапура организовали. И вот доехали, да. После этой программы поехали назад с Дургапура, было только 10 рупий в кармане. Like one statue of stone, statue, standing, without any agitation. What kind of consolation, what kind of enjoyment there inside me? I can do, distribute this book among devotees. И вот моя мысль была в том, что я доеду до Вриндавана так, стоя на одной ноге в поезде у туалета и раздам эти книги преданным. Все, ну, все было сделано Нитьянанда, я был просто инструментом в его руках. Это Санвит Шакти, Сандини Шакти, что это? Сандини Шакти, это все, все, что мы видим, это все проявление Сандини Шакти. Санвит Шакти, я говорил о ней. Все знание — это проявление сандини, это всего материального. Или в трансцендентном мире дхамма и все остальное, оно сделано, проявлено Нитьянандой Баларамом. Брахма Самхита, там объясняется это. И также в Манашикше я пытаюсь объяснить Манашикшу, чтобы погрузиться глубже в философию. Я хочу достичь близости, как можно ближе к Рагхунатху Дасгасаю. Хотя он трансцендентен, я материален, но как понять его настроение, его сердце, его жизнь? Как он смог это все написать? И вот этот Баладев, он все и вся. Кришна, у него ничего нет, только сила воли. Все другое Нитьянанда и Баларамам организовывается, хотя Баларам и Нитьянанда не отличны друг от друга. Шрила Прабхупада много раз говорил, то, что Баладев, он, будучи изначальный, севак этим изначальным севак татвой, но все же он первое проявление Бхагавана Шри Кришны. Он не отличен от Кришны. И вот Баладев, он первое проявление Кришны. Изначальное севактатва, и в то же самое время он севьятатва. Он ведь применим к Балараму. И очень странная сиданта, как-то возможно, он севактатва и севьятатва, да. Севьятатва и севактатва, как это возможно? Шрила Прабхупада утвердил эту сиданту, я могу показать И вот они написали кучу книг и говорят, что Баладев не может никакой раз организовать. И как это? Он пишет, Гауди, он говорит, что он Гауди, в то время как он игнорирует и оскорбляет Вриндавандас Такура.
И вот я говорю об этом. Какие-то демоны, глупцы, невежественные, они говорят, откуда ты узнали о Баламрасе? Вриндаванадас Тхакур Махаши говорит, те сахаджи, невежи, они спорят, откуда Баламраса появился, но в Бхагаватам сказано. В самом Бхагаватам Маду Мадхава два месяца Баладев явил расу, чтобы исполнить желание своей группы гопи. Which was rectified in the year of 2022. The Sahaja Acharya, Rasik Acharya, were to make wrong Siddhanta. Actually, Balaji Maharaj came to give consolation to all the gopikas of Krishna and to play with them dance. I think he is not from Hindu society. At least if he is from Hindu society, he cannot pass this kind of river. I think he's from some other society. How he can pass? It's not possible. Wife of younger brother is not in control, enjoying. Elder brother always looking down with affection. Affection is such a thing that you cannot show affection to me. Любовь – такая вещь, которая нисходит. Она подобна горной реке, реки они секут снизу вверх, сверху вниз точнее. И вот реки, они не наверх текут, а сверху вниз. И также любовь. Обычно родители, старшие, отец, мать и все прочие, они проявляют любовь к детям, а дети не, у них какая-то другая любовь. И вот так любовь, она снизу, сверху вниз исходит. И также Баладев имеет любовь к Кришне, поскольку он его старший брат. И пример я могу привести, но времени мало. Когда какая-то проблема женитьбе Кришны и Рукмини возникла в то время, чтобы проверить Рукмини, руки. Брат Рукмини Кришна пошел. Баладев тоже хотел сказать, что еще какая-то проблема случается там и здесь. Баладев сказал нет. Нет мозгов, я сам пойду. Баладев говорит Кришне, нет, не позволю, там драка какая-то может возникнуть, поэтому я пойду за тебя. И вот Баларам не позволил Кришне идти, чтобы его там не побили. Кришна хотел пойти, чтобы разобраться с Дурьодханой, но когда Рукми, брат Рукми не хотел, в общем, он хотел помешать Кришне забрать Рукми, начал материть его, на чем свет стоит, и тут пастух какой-то что приперся. И в итоге этот Рукми был побежден Кришной. В общем, его наполовину побрили этого Рукми, и
и выгнали. Начал ругать, что ну что он себя плохо повел, оскорбил брата Рукмини. И вот мы знаем везде Баладев, у него есть любовь, даже. Я вот полтора года назад говорил, как Дварака чувствовал Нововриндаван, который был создан Йога Майя, как его настроение Баларама. Много харикатхи на эту тему. Люди говорят, ну что, некоторые люди не успевают одну харикатху слушать, как выходит вторая, третья, четвертая. Это милость Баларама. Милость Баларама в этом всем. И вот таким образом Баладев везде, на каждом шагу служит Кришне бесконечными способами. Баладев служит Кришне все время, всей своей одеждой, священным шнуром, асаной, на которой он сидит, подушками, постелью, домом и вообще всем, все, что можно перечислять. Все это Баладев. Единственная сила воли, она остается за Кришной, поэтому Кришна однажды хотел одурачить Баларама, когда все телята были украдены Брамой специально. Но это все же произошло по воле Кришны, и Кришна он хотел, чтобы Баладев об этом не знал для какой-то особой цели. Иначе все. Баладев, он олицетворение всего. Ну вот это исключение было, чтобы эту любовь совершить. И даже когда Кришна хотел отругать Калию, в тот день был особый праздник, был день явления Баладева, и поэтому Баладев не смог пойти, и иначе Рахини и наши Ишода, они говорили Баларама: «О Баларам, я вы должны быть аккуратными, в лесу очень опасно». И кому он говорил? Баладав. О, сын, позаботься о Кришне, очень ничего не слушает, очень беспокоен. И можете понять, сколько любви. И в тот день Баладев был опечален, и случилось это. И вот коровы там выпили отравленную воду с Ямуны и упали без сознания. И те пастушки тоже. И в итоге Кришна вынужден был отругать Калию, что тот отравил всю воду. И в то время некая симптомы какие-то непонятные. В Раджавасе смотрели что-то неблагоприятное. I don't know, you know or not, but
Я не знаю, знаете вы или нет, особенно здесь, иногда какие-то признаки благоприятного или неблагоприятного бывают. Тогда можно понять, наша миссия будет успешной или нет. И вот каждый смотрит Яшода Нанда. Сегодня Баларам не пришел, может, какие-то проблемы, кто знает. И вот они пошли по следам Кришны, дошли до Ямуны, видят, все лежат как мертвые, Кришны нету. И увидели, что Кришна, он в объятиях Кали. Кали его обмотал своим телом, он змей, Кали змея, это вот он пытался его задушить. И вот все Нанда и Яшода все пытались как-то помочь ему. Баладев сказал, стойте, не надо. И вот Баладев знал, что его Господь Кришна сказал, остановитесь, не позволил никому прыгнуть в воду. И Кришна тем временем, чтобы исполнить желание Ваджаваси, Кришна, он вырвался из объятий Кали, прыгнул на его голову и начал танцевать на ней. Очень странно. Мы знаем Шанкар Бхагаван. Вы видели картину Натараджа в Дакшин Бхарате особенно. Шанкар Бхагаван, он умеет петь, танцевать и все прочие искусства. Но Шанкар Бхагаван, он находился в растерянности. Что это? Мы никогда не слышали, не видели. Шанкар, Брама и другие пришли. Кришна танцевал на головах Кали, прыгал с одной головы на другую очень быстро. И после этого, когда Кришна вернулся, Яшода, она начала плакать. Поскольку Баладев, у него есть представление, кто его Господь, тот, и поэтому не беспокоился о нем. В соответствии с Шрилой Прабхупадой, Баладев, он Севактатва, и в то же самое время Севьятатва, это правильно, в Бхагаватам. Если вы не верите, в пятой песне можно посмотреть. Они все поклоняются Балараму, Ананта Деву. Итак, Васиданта, Сахаджи, они путаются и запутывают других. Слушают неправильно Сиданту. Хотя Вишвана Чакравати Пад говорит, что раса стали. Раса стали Кришны. Оно далеко от... Тут место расы Баладева далеко от места расы Кришны. Достаточно далеко. Кришна совершил расу в другом месте. Есть два расы. Первый Атун, Атун перед Дурга Пуджи, осень вроде, в Сарат Пурнима, и другая в Хеманту, Васанта Пурнима, весной. И эти две расы, но мы не знаем, кроме этих еще есть другие. Одна на Гавадхане, около Чандасарова, и другая во Вриндаване на берегу Ямуны. Две расы. Я был там в разных местах в
процессе моего путешествия по этим. Ну, Махарадж Вриндавана обходил как пешком все 84 кроши. И таким образом вот такие люди, занимающие посты ачарьи и несущие всякую ересь, говорят о том, что нет, отвергнуты Баладевам. Как нужно понять по простым вещам, когда кто-то совершает оскорбление в адрес Гурудева и Вайшнавов. Такие люди не теряют силу, не могут святые имена повторять, какая-то апатия, лень наступает. Слушать харикатху им тоже сложно, киртаны петь. И таким образом Баладев, он контролирует всю Вселенную, кто бы это ни был, все контролируется Бхагаваном Анантарупой. Даже Вишварупа, старший брат Кришны, его имя Вишваруп. Пытайтесь понять секретную философию за этим. Очень скрытая философия его. Имя Вишваруп. И имя Нитинанды Анантадев. И какова разница? Анантадев значит Ананта Вишварупа. Это вселенская форма буквально. Все, что мы видим, это проявление Баларама. Вишварупа, все видимое или невидимое в этом мире, это все Вишварупа. По сути, то же самое. Он исходит из Нитянанды Баларама. И вот сегодня день явления Баладева. Но можно отправиться во Вриндаван или Рама Крамананди саду. Они в замешательстве. Они говорят, сегодня не день явления Баларама. Они соблюдают Баладев Авербав в другой день. Баладев Чат, говорят, они говорят, что Баладев он на год старше, чем Кришна. In the main temple in Vrindavan of Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami, where I used to speak Harikatha, while I was there in Vrindavan. There, one big assembly, all outside people coming, there I wanted to explain the fallacy. It's all wrong, Siddhanta. Balaji Maharaj is not one year senior to Krishna. Не старше Кришны на год, но они утверждают так. И вот Авербав, если мы будем обсуждать глубоко Авербав Баладева, то его явление и Кришна, они и вот когда Гаргамуни пришел, просьба Нанды Бабы пришла, была в том, что ты пришел сюда так редко, почему бы тебе не назвать от моих сыновей. Ну, все знают, Камсатуту знает,
проблема будет для меня. Но не проблема, я организую праздник внутри гашалы, чтобы никто не видел. И вот хорошо. Внутри гашалы никто не... Ну, практически никто не был приглашен. Нанда, Баба, Яшода, Рахини и Гаргамуни. И вот там на берегу Ямуны они сели в Гокуле. Кришна был в Гокуле в это время. Там тоже Ямуна протекает. И Баладев говорит: Шукло, Рапто, Пито, Тата, Иданин, Кришнадангата, this Sukla. Going to indicate clearly, и вот оно... Previously, some time, you know, he was different, different colors. Шукло, Рапто, Тата, Пито, Иданин, Кришнадангата. Now you are boy. И вот сейчас твой ребенок темного цвета, до этого был светлого, Ананда Махарадж. Твой сын не отличен от Нараяны. Гаргамуни сказал прямо, что его качество подобно Нараяне. Вся сила Нараяны у него. Он из-за своей родительской любви не мог понять, что он Верховный Господь, и поэтому сразу имя ему было дано. Кришна сидел на коленях Рахини, а на коленях Яшоды Баларам. То есть они наоборот сидели. И вот Гаргамуни уже сказал, что его нужно назвать Баларам. Почему? Баларам значит сильнее. Гаргамуни не говорит бесконечная сила, поскольку это... Это бы нарушало чувство Ватсали Бхавы, поэтому сказал немного по-другому. Не бесконечная сила, ее много. Он использовал подходящие слова, чтобы они смогли понять. Хоть не полностью, но все же. Поскольку это их... Что такое Мадхурья лила с Нараяной? Может быть, Мадхурья. Еще это раса только с Баларамом и Кришной возможно. Поэтому с Баларамом и Кришной можно обмениваться всеми видами рас, но с Нараяной или Рамой такое невозможно. Только с Кришной можно иметь все виды отношений. They can only get. So Balaji Maharaj at the same time Sevak Tattva, Sevak Tattva. So can
И вот синяя одежда, она олицетворяет собой бесконечность в Индии. В Индии, как бы, синий цвет не носят, вот, поскольку синий цвет олицетворяет собой Анантадеву. Если посмотреть на небеса, то можно найти небеса, не голубые. Почему? По воле Кришны космос какого цвета? Темно-синего или какого-то? Ну, а в процессе солнечного света все это так окрашивается в такой синеватый цвет. И так, так получается, что только синий цвет виден и его оттенки. This way, all the dust particles, when sunlight going to get reflected, they only can emit blue color. That's why all sky is blue. Actually, there is no color of sky. Actually, there is no color. No, what color can be there? Sky, no? But still color. So, blue or sky, it is an indication of infinity, ananta. That's why we have no right to wear blue clothes. Those are only for there you go. So. И вот, ну поэтому это синий цвет олицетворяет собой бесконечность, поэтому преданные его не носят. Even Madhura, some group are there, they are having love affair with Balaji Maharaj. So they can express this kind of. И вот мы хотим, и вот почему Мадхури Лила, она возможна для Кришны, не для Нараяны. Мадхури может быть, но особо Мадхури. Мы знаем. Четыре качества особых. И эти качества только они они оставлены за Кришной. Рупа Мадхури, Вена Мадхури, Лила Мадхури, Гуна Мадхури. Бен Мадхури, Рупа Мадхури, Гуна Мадхури, Лила Мадхури, all are four. Exclusively reserved for Krishna and to some and also by Balaram, I can say. No, Balaram not playing. Balaram может. Can play, because he's a coward one. А может, Гопа Кумар, Брихат Бхагаватамрите, можно видеть, он, у него флейта была. Ну и за неделю до этого я обсуждал. Двараканатх, он вытащил флейту из-за пояса и начал играть на ней, чтобы гопы были довольны. И это Кришна только за собой оставляет право. Мадхурия Лила, когда она возможна? Если наш Кришна очень маленький мальчик,
Если Кришна, Он И вот сладость, почему? Путана, когда пришла убить Кришну отравленным молоком, то то Кришна высосал всю ее жизнь через ее грудь. Это долгая история, но тем не менее она так получила освобождение. Так или иначе, Путана. Krishna went to suck breast milk and Yashoda life also to give blessing. Goti, goti. Final, your goti. That time Putana started crying. Express, previously she was looking like Lakshmi Devi. It is written. До этого Путана было очень красиво, как Лакшми. Но раньше, перед тем, как Путана стать этой раксаси ведьмой, но когда Кришна, когда начал высасывать жизнь из нее, она так сразу постарела и просила отпустить ее, но Кришна сказал, когда я кого-то хватаю, я никогда не отпускаю, если отпускаю, то не хватаю, поэтому ты хотела накормить меня молоком, вот и давай корми. So muncha la muncha miti. This way, leave me, leave me. This way, something. So this kind of sweetness is only possible because сладость возможна только потому что the baby was discovered in the breast of Putana. All small sperm from baby there, intact way, is plain, just like small. That's why all Nanda Baba was outside first. Yashoda was there. After that, all Vrajavasi discovered. Вот, в общем, все Враджаваси пришли, что тут Кришна. В общем, взяли этого Кришну в форме ребенка, которого плакала, когда отдали его матери, он успокоился. И все были очень рады, что Кришна спасен. Яшода не думала, что Гагамуни, хотя он уже сказал, что твой сын сам Нараяна, подобен качествам Нараяни, но все равно она не поняла этого, поскольку ее родительская любовь, она приполняла ее, приполняла Айшварьясу. И вот во Вриндаване Айшварья тоже есть, но все же она покрыта Мадхури. И поэтому так много сладости во Враджа-лиле. Когда Яшодама, ей пастушки сказали, что твой сын ест глину на Брахмандагате, Яшода побежала. Ты что, ешь землю? Нет, не ем. Как? То все говорят, даже Баладев говорит, что то старший брат, что ты ешь глину. Я
И вот Кришна сказал, что никогда не воруют, они все воруют, но открой свой рот, я проверю. И вот он открыл рот, и Яшода увидела все браманды, все звезды, планеты, все остальное там. И она подумала, что какой-то бесы вселились в него. Она не подумала, что он сам Нараяна, и бесконечные браманды, они все внутри его. Хотя этот Агад, даже Брамандагад называется. И она увидела все эти вселенные бесконечные, но все равно подумала, что он бесноватый. Нужно позвать браманов, пускай они его осветят как-то. И вот начали вот с святыми именами Кришны так освещать. Но все же они не поняли, что это тот самый Кришна. И вот сладость. И, видя столько лил, все же Яшода не понимает. Хотя Айшварью, Кришна Айшварью тоже проявляет, но все же даже во время Дамбандана была веревка, детально не буду говорить, времени мало. И вот когда связали Кришну веревкой, но все же вот однажды Яшода хотела связать Кришну, но все же не хватало двух пальцев. Она снесла все веревки, и все равно двух пальцев не хватало. И даже тогда она не поняла, что Кришну нельзя связать, поскольку он бесконечен. И сладость таким образом приходит. Баладхи Махарадж also expressing Madhur Lila in his own place where that is called Ram Ghat. But in the name of that Ghat, at the bank of which Jamuna, there was Rasa Lila for Ram, is it called Ram Ghat. I've been there many times. I stayed there. I was lucky enough to worship that deity. That deity came from under Jamuna. He came in dream of one pure devotee, Brajavasi. Hey, I'm there inside, inside Jamuna. You get me out and make one temple. That particular deity there. Particular deity. I'm lucky to worship. I was lucky. Brajavasi, you come here, you now worship. Okay, I can worship. Their worship is very easy. They don't know anything. They give water. Как и в Раджавасе поклоняются божествам очень просто, просто поливают водой, кидают чапати, как собаки, без туласи там, и, ну так, очень просто, ну, у них так, такое служение. Даже предлагают еду божествам в той тарелке, в которой едят. Вот я на Сурьякунде первый раз, когда приехал, удивлялся. Сказал, чтобы божествам новую тарелку купили специально для них. И вот раса стали Баладева. И вот таким образом вся Мадхурья Лила Баларамы и Кришны особо, если мы будем читать Югал Гиту, может вопрос возникнуть. Югал Гита не для нас, возвышенных преданных. В Югал Гите я могу показать Кришну и Баларам. Они поклоняемые и уважаемые всеми Варджавасами, особенно молодыми пастушками. И вот Баладев
явление Баладевы очень важно. И вот сейчас я хочу дать вам намек, чтобы вы поняли то, что не может случиться, что Баладев, он старше Кришны. Времени мало, только это я объясню. И вот из Гарга Самхиты я могу привести пример из Вишну, Пураны, Шримад Бхагаватам. И во время давания имени все они Бхагаватам. И вот когда давали имя Бхагаватам, описывается, что они оба ползали во дворе Нанды, Баларам и Кришна. Они ползали. И вопрос возникает, когда Гаргамуни, он не дурак, когда он хотел дать имена им, вот как это имена вечные, нельзя сказать, что Гаргамуни их дал, он их просто проявил. Как Бхагаван Шри Кришна принял саньяса, то вот Кешава Бхарати имя пришло. Шри Кришна Чайтанья. Кришна там, чтобы увеличить наше сознание. Кришна Чайтанья. Имя автоматически проявилось, и таким образом Гаргамуни не дал новое имя. Гаргамуни, он связан с вечным миром, и поэтому, давая имя Кришны, Кришна, она сама пришла по вдохновению Кришны, и поэтому Кришна. И вот во время давания имени Баларама он сам сказал: «Я очень могуществен, силен, и поэтому ее имя очень подходящее, Баларам, Баларам». В то время, как мы можем ожидать, что Кришна и Баларам ползает. Если Кришна был бы на год младше, то в те времена уже бегать пора. Ну, поскольку тот очень силен был, могуществен. There, how we can expect the Balaram is weak and cannot run? So it's the first point. In Bhagavatam it is written, Krishna and Balaram. Bhagavatam говорится, Кришна и Баларам они ползали. В то время много вещей. Те глупые не могут ожидать и понять только в соответствии с описанным Шанатри Чакравати и другими. И вот сегодня день явления Баларама, титхи иногда чуть отличаются из-за лунного календаря. И вот в соответствии с главным подсчетом явления Кришны, Баладев, он где-то на 15, ну, на 2 недели или чуть больше старше, но не более, около там 15-17 дней, не больше. И поэтому и мы очень удачливы. Сегодня мы отмечаем, как отмечать. Сейчас явление Баладева, мы тоже должны быть более энтузиазма, больше энтузиазма проявлять, отмечая день явления Баладева. Потому что Кришна может обмануть нас, а Баладев нет. Another slip I wanted to discuss, but now today no time, we can discuss next time. Vanchakalpatru Sikhimasana. Vasudeva Kalananto
Vasudeva Kalananda, this sloka I can discuss someday. Not only no time.